общем-то, в первом зале... Ностальгия по детству – основная тема выставки «Сюрприз» самарской художницы Яны Арбузовой. Ее вдохновила коллекция игрушек, которые многие дети собирали в 90-х и начале 2000-х. В экспозиции 10 живописных работ художницы, на которых можно увидеть популярных в свое время пингвинов, бегемотов, акул и динозавров. Я родилась в 97 году, и в нулевых я активно собирала в детстве киндер-сюрпризы. Живописные работы представлены во втором зале, в первом видеоарт, и в третьем зале инсталляция, и сами представлены киндер-сюрпризы. В этой выставке мы затрагиваем достаточно большую и сложную тему ностальгии, и говорим о ностальгии не как реставрирующий, а как рефлексирующий. Поэтому почитать экспликацию и познакомиться хотя бы с этим уже достаточно полезно. Игрушки изображены на картинах не новыми, только что распакованными, а уже дожившими до нас вещицами собственной истории. На многих можно заметить потертости и отломанные детали. Выставка меня впечатлила очень. Во-первых, она трогает тем, что это реально воспоминания из детства, то, что я и сама коллекционировала. Я однажды полную коллекцию продала, и сейчас, вспоминая, смотря на эти картины, вспоминаю каждый, так скажем, артефакт бегемотов, мне это трогает за душу. На пингвин. На самом деле он был единственный у меня среди бегемотов, и он отличался тем, что он вот он был среди таких одинаковых, такой яркий персонаж. Работы расположены в трех залах музея галереи «Заварка». В двух представлены картины и сами игрушки, а в третьем – видеоарт. Яна, где Яна открывает яйцо шоколадное, где она лопает вот этот вот контейнер, где находится игрушка, и есть шоколад. Но самое главное здесь не показано. Именно игрушка. То есть мы не знаем, что же нам попалось. Это будет радость или разочарование. Например, может быть, вам попался какой-нибудь один из десяти пингвинов, который вам, у вас уже есть, скажем так. Или, например, какая-нибудь редкая игрушка. Такое тоже возможно. Выставка пройдет до 23 июня в Заварке. Там же посетители могут обменяться своими киндер-игрушками и послушать лекции, посвященные поп-арту. Августина Охременко, Николай Сидоров, «События».